Это отделяешь по интернету просто, не понимаете вообще. Отряд выступил? Статистику. Это не мое. Это подсчет трех особенностей. Но начало подсчета вообще туда вот, ну, и никакого не делали. Мы же не знаем, чьи это. Я вот не лезу в чужие пакеты. Но уже много этих мешков с вещами. Но вы пишите конкретно кому. Либо вот один раз было написано «Христа ради, разбери мне», да? А так вот стоят одна, вторая на столе, наверху, там на полу стоят какие-то сумки с вещами. Уже пройти нет, места нету от этих сумок. Вы говорите конкретно для Лены Политыкиной в руки отдавать, либо пишите записочки. Или там это Галя, или кому-то. Раз, кинут туда тихонечко, и стоят сумки эти. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди селися в ны, и очисти мы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, все благий, благослови наше собрание, прибудь с нами, сохрани нас в истине. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Вообще, небольшое расстояние выйти из храма и зайти в трапезную, но санитарные или какие-то потери у нас всегда есть. Естественный отбор. Естественный отбор, говорят. Ну, в принципе, может быть и отбор. Только кто отбирает? Кто отбирает? Не пинай. Хочу поделиться радостью, братья и сестры. Радость, которую испытал прошлое воскресенье от того, что мы общими усилиями, общей молитвой победили этого лукавого, который тут, вот, как брат сказал, ходит и вертит хвостом. И мы достигли единомыслия в главном вопросе. А единомыслие главным должно быть. И я увидел, что братья, во всяком случае, между братьями, вот это ощутил я радость общения, радость вот этого единения в главном. Хотя не у всех сестер я это почувствовал. Остается некоторая холодность в общении. Но я думаю, что общими усилиями, общей молитвой мы преодолеем. И потому что будем бодрствовать. Бодрствовать всегда, потому что знаем, Он всегда 24 часа в сутки не дремлет и желает кого-то поглотить из нас. А у Него способов много. Он великий физиономист, знает наши мысли по нашим физиономиям. Очень хорошо читает наши мысли. Он не может прочитать наши мысли, если мы будем со Христом, будем радоваться, и у нас будет физиономия такая, которая будет выражать только радость общения с Богом. Вот тогда мы будем защищены от Его лукавых промыслов. Да поможет нам Господь в этом.
Я, конечно, передам брату слово Николаю Валентиновичу, но прежде я хочу прочитать то, что меня попросил прочитать Игнатий Тихонович. Это не его, это взято из интернета. Хотя, наверное, он и в интернет свою, так сказать, свой посыл сделал вот, подсчет разных изречений в Священном Писании или в речи какого-либо священнослужителя. В частности, речь идет о патриархе Кирилле. Патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия 18-го Всемирного Русского Народного Собора. Опубликовано 11 ноября 2014 года. Говорил он 19 минут и 54 секунды. И как же он благословал залу о Христе и о грядущем его пришествии. Вот основные межевые столбы, слова в речи его и где ограды нужных слов обличения, наставления. Вовсе не было. Нация, национальный, межнациональный и тому подобное 28 раз. Русский и тому подобное 31 раз. Россия, российский и тому подобное 16 раз. Единство, единый и тому подобное 15 раз. Государство, государственный 8 раз. Церковь 2 раза. Христианские 1 раз. Идеалы, которые светили на всех крутых поворотах нашего исторического пути, как путеводная звезда перед волхвами. Вера 1 раз. Упоминание в ряду вера, справедливость, солидарность, достоинство, державность. Святость святых 1 раз, святых и героев родной истории. Грех – ни разу. Покаяние – ни разу. Праведный – праведность – ни разу. Бог – ни разу. Христос – ни разу. Спаситель – спасение – ни разу. Святая Библия, Слово Божие, Священное Писание – ни разу. Иезекииля 3,18. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Деяния 2.40. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Деяния 20.26. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Слово Николаю Валентиновичу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Значит, ну, вы сейчас послушали вот эту статистику такую, которую, ну, на доклад, который сделал наш патриарх, ну, наш имеется в виду российский патриарх, православный патриарх. Конечно, можно сделать выводы из этого различные, то есть и как со знаком плюс, так и со знаком минус. Вот, но хотелось бы предостеречь. Прежде чем, ну, я лично так вот для себя. Сначала надо узнать человека, а потом уже, ну, рассуждать о нем. Судить проще всего. Рассудить можно. Почему он так сказал? Он заложник этой системы. Может быть, по-другому он и не мог сказать. Это не в его, как сказать, силах. Но должен был. Должен был. И вот мы... Все здесь находящиеся, да и вообще и православные христиане, должны подражать, ну, сказано, подражайте наставникам вашим, правильно, взирая на кончину их жизни. То есть, как они закончили жизнь, как они жили, благочестиво, неблагочестиво, а так за глаза, тем более за тысячи километров мы ни разу не видели, не общались, ну, не знаю, Бог ему судья. Конечно, ждали слова наставления, но ведь по большому счету на таких собраниях, как этот был собор, допустим, собор, ну, они собрались, по словам собор, это как бы слово такое благочестивое. Ну, как правило, люди присутствуют, ну, избранные не по вере, будем так говорить, а по рангу в обществе.
почитайте Невский проспект Гоголя. Я вот всем как бы рекомендую прочитать. Очень интересная вещь. Там описывается, вкратце, если сказать, состояние общества, русского общества на то время, на время Гоголя. Кто в какое время вставал. Если кухарка вышла в 6 часов, то в 10 часов она уже не может выйти на улицу. Это не ее время. Если в 11 часов вышли дворяне на прогулку, то уже простой там какой-то лавочник, он не может уже пробежаться просто так. То есть, понимаете, для каждого свое время было в обществе. Это была такая установка в обществе. Так и здесь. Установка в обществе, люди должны быть достойными. Но все ли их выбрали, взирая на их жизнь, этих людей? То есть в основном кто? Сидоров, да, это хорош, у него там и достаток, у него фирма, он много там жертвует, доски висят на храмах. Жертвуйте эти храмы. Конечно, может быть и храмы для кого-то хорошо. Что, еще не все деревни есть, хотя бы, как Златоустый говорит, ох, искал, много написал, ну что, город... Вкратце своими словами, может я не дословно, город, в котором нет благочестивых жителей, хуже всякой деревни и последней пещеры. То есть хуже, если нет благочестивых жителей в этом городе. Так вот, хотелось бы узнать, вот почему много в церкви, да, опираются на слова Иоанна Златоуста. Хотя святых мужей, только православная церковь сияет такими умами. Такими Василий Великий, там, и Иоанн Златоустый, и много других святых уже. Но Иоанн Златоустый почему? Казалось бы, вот думаешь, а потом пришел к такому выводу я, что он в своих проповедях, они, конечно, бывают и длинные, бывают и короткие, но он говорит, все доступно и очень простым языком. Это всем понятно. Ну, на то время. А нам. Наши, переводчики его творений тоже донесли все это простым языком, таким человеческим. Будем так говорить, есть язык официальный, вспомните Горбачева, вспомните, даже сейчас многие правители и наши говорят, не все понятно и неудобоваримо. Бывают слова такие, вот буквально здесь на занятиях разбирали вот это выступление Илариона, митрополита, да, конечно, язык вообще непонятный, как будто бы он и не русский даже. Тут вот так сказать, конечно, можно простым языком. Вот Иоанна Златоуста вот такого присутствует. И вот мне хотелось бы вам донести его простые слова. Конечно, он сказал очень много, но мы зачтем всего лишь одно. Скоро у нас пост надвигается. Не надвигается, а подходит. Благодатное время, там, конечно. Тут уже хотел, я вспоминаю, хотя бы рыбу поесть. Сейчас уже, в тот пост можно там выходные рыбку себе позволить. А тем более сейчас можно хорошую рыбу купить, свежую. Из камня везут речную рыбу, нашу местную, ешьте. Вкусно. Кто-то может на рыбалку сходить, пожалуйста. Вот. И Новый год. Совсем скоро. Вроде бы дата такая, смена месяца. Года, совпало. Я думаю, только из-за этого. Хотя 29 февраля более примечательная дата. Более, один раз в 4 года. Праздник должен быть взрываться. Весь мир должен. Лишний день. Вот Мюнхгаузен подарил 32 мая людям. Я вам дарю лишний день. Не захотели принять. Мало того, и его еще хотели уничтожить. То есть он, хотя добро людям-то, продлил их жизнь. Так и здесь. Вот что говорит Иоанн Златоуст. На слово к Новому году, к празднику. Итак, то есть на чем это основано? Что в это время, этот праздник, почему-то именно ночью и прочее, творятся наибольшие бесчинства и беззакония. Даже 1 мая, и то не так. Вот я в армии служил, были много из Прибалтики, у них это справляется, с этим совпадает. Вот день молодежи, а у них Лиго. Ну, не латыши, я не знаю, что значит это слово. Лиго, праздник. То же самое. Там всю ночь творится ужас.
То есть это вот, вот они были там, Рига там, из Литвы там Радвилишки, и другие города, что они там творят. Так вот, кто об этом говорит на Златоусте? Ну, я думаю, это для всех нас авторитет. Может, потому что праздник близко. Итак, смело вступим в борьбу. С кем? Ибо и нам теперь предстоит борьба не с амаликитянами, напавшими, как в то время, и не с другими какими-либо варварами, сделавшими набег на нашу страну, но с демонами, которые ходят торжественно по площадям. Происходящее, ну он говорит, на то время, сегодня дьявольские всеночные гуляния, то есть там тоже Новый год справляли, шутки, бранные крики, ночные пляски и смешные забавы хуже всякого неприятеля приняли наш город. Мало того, город потом душами завладевают. И тогда, как должно было, и тогда, как должно было сокрушаться, плакать, стыдиться как согрешившим, так и не согрешившим, одним смотря на свои грехи, а другим смотря на бесчиние братьев, братьев, он говорит, заметьте, наш город веселится, красуется и увенчивается. Площадь, как любящие наряды и роскошная женщина, сегодня заботливо украшается, облекаясь в золотые и драгоценные одежды. Обувь и прочее тому подобное, то есть все красивое. Всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старается перещеголять своего товарища в этот день, показать лучшее. Такое соревнование, хотя показывает ребяческий ум и душу, не способную к великим и возвышенным помыслам, но не слишком, но не слишком большой влечет за собой вред. Вроде бы, ну, украсили там ветками, там, ну, у нас чем украшать, нечем, дом, пожалуйста, домик ледяной может построить. Но есть только какое-то безрассудное рвение, навлекающее на соревнователей осмеяние. На тех, кто... Если ты хочешь украшать, то украшай не мастерскую, но твою душу. Не площадь, но ум. Чтобы ангелы дивились и архангелы одобряли твое дело. И владыка ангелов наградил тебя своими дарами. А хвастовство, совершающееся ныне, возбуждает и смех, и зависть. Смех в тех, которые мыслят несколько выше. То есть, ну, кто им не завидует. А зависть и великую ненависть в тех, которые подвержены тем же болезням. То есть, ну, празднуют, украшаются и прочее. Но, как я сказал выше, это Ян Златоустый говорит, такое соревнование заслуживает небольшого порицания, а больше всего прискорбные состязания, которые происходят сегодня в гостиницах и преисполнены распутства и великого нечестия. Это в то время. Это гостиницами называли, ну, дома присутственные в то время. Вот. Нечестие, потому что занимающиеся ими замечают дни, гадают и думают, что если первый день этого месяца они проведут в удовольствии и веселье, то весь год будет тоже распутство. Потому что на самом рассвете и женщины, и мужчины, наполнив стаканы и чаши вином, напиваются с великой неумеренностью. Но это в то время. Паства-то у него была не как у нас, там, например, у батюшки там 100 человек или 150, а там город целый. Он-то обращается к городу, и там храм ломился от присутствующих, ну, когда он был, служил. И... большое внимание здесь он уделяет тому, как мы замечаем дни. То есть, счастлив для тебя будет год во всем, не тогда, когда ты будешь пьянствовать в первый день, но если в первый, и в каждый день будешь делать угодное Богу. День бывает худ или хорош не по своей природе. Мороз ли, ветер ли, дождь или что-то. Не потому, что... день ото дня, потому что день ото дня ничем не разнится. Они одинаковы для жизни человека. Но по нашему усердию и беспечности день бывает или плох, или хорош. Если ты сделал добро, то день для тебя хорош. А если ты согрешил, то худ и неразлучен с наказанием. Наказание за грех смерть.
вот об этом наказании здесь Иоанн Златоуст говорит. Исчисление дней, то есть, если ты будешь так рассуждать и так настраивать себя, совершая каждый день молитвы и милостыни, то весь год для тебя будет счастлив. И если ты, не заботясь о добродетели, будешь ожидать радостей для души своей от начала месяца и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго. То есть, вот я в праздник сделаю, а потом нет. Вот фильм «Женитьба Бальзамина» очень хороший. Они идут из церкви, в тюрьму заходят, там руки тянут из камеры, они им подают бублики, баранки, а в другие дни идут и даже не замечают, как будто тюрьмы и нету. Понимаете? Ну, это было в то время. Я думаю, что фильм, ну, конечно, это всего лишь фильм, но затрагивает какие-то моменты. В то время жалели узников. Так. Дьявол, зная, что стараясь отклонить нас от подвигов добродетели и подавить душевную ревность, научил людей счастье и несчастье приписывать дням. По средам нет, нельзя. Пятница – шоферской день. Ну, то есть, вот, вот так вот установлено в обществе. А шоферской, хочешь не хочешь, а шоферской почему? Потому что пятница, два дня можно отоспаться. Жаберная болезнь, акулья болезнь, жабры болят. То есть надо быстрее лечить. Пятницу это надо обязательно напиться. Суббота, воскресенье отойти, и чтобы в понедельник сесть за руль. Но 350 грамм вина, которое человек принял, можно определить в крови на 10-й день. Поэтому можно подумать, если там попал человек, то все. Это просто медицинская такая справка, краткая. Это, ну, из общих источников. Христианину свойственно праздновать не в известные месяцы, не в первый день месяца, не в воскресные дни, но всю жизнь провождать в приличном ему праздновании. Какое же приличное ему празднование, то есть христианину? Об этом послушаем Павла, который говорит, славянский текст, там же да празднуем не в квасе ветсе, но в квасе злобы и лукавства, но в бесквасной чистоты и истины. То есть бесквасе. Там грехом заквашена жизнь, а у нас-то должна быть чистотой быть жизнь. Ну так, если маленько я отступлю от текста слов Павла. Итак, если ты хочешь получить пользу от начала новых месяцев, то поступай так по окончании и... то поступай так. По окончании года возблагодари Владыку, что он сохранил тебя до этого предела годов. Сокруши своим сердцем, исчисли время твоей жизни и скажи сам себе: дни бегут и проходят, горы, годы оканчиваются, много пути нашего мы уже совершили. А что мы сделали доброго? Неужели пойдем отсюда без всего, без всякой добродетели? Суд при дверях. Остальная жизнь клонится к старости. Как ну, один, ну это в мире человек сказал, что путь от рождения к смерти и есть жизнь. То есть путь. Вот как мы его пройдем, так и будет у нас в Царстве Божьем. Так любомудрствуй при начале новых месяцев. Это приводи на память при годовых кругообращениях. Станем помышлять о будущем дне, чтобы не сказал кто-нибудь о нас того же, что сказал пророк об иудеях. Исчезоша в суете дни их, и лета их с отчаянием. Псалом 77:33. Такой праздник, о каком я сказал, Иоанн Златоустый, постоянный, неожиданный круговращение, неожидающий круговращение годов, не ограничивающийся известными днями, может равно праздновать и богатый, и бедный. Потому что здесь не деньги нужны, не богатство, а одна добродетель. Казалось бы, в другом месте Иоанн Златоуст говорит, что толку давать милостыню бедному человеку. Ведь он от этого богаче не станет, сколько бы ему ни давали. У него нет способности, у иного человека нет способности распорядиться деньгами, или сохранить их, или он настолько обнищал, что ему эти деньги уже не помогут, ну, жить лучше. А он говорит, что это нужно тому, кто дает. Потому что богатство Бог дает не просто так. Наблюдать, как человек им
распоряжается этими деньгами, отпущенными им. Наблюдать дни несообразно с христианским любомудрием, но это дело языческого заблуждения. Ты приписан к Вышнему Граду и принят в тамошнее гражданство. Вступил в общество ангелов, где нет света, приходящего во тьму, ни дня, оканчивающегося ночью. Но всегда день, всегда свет, имеется в виду в раю. Туда будем стремиться непрестанно. Не украшай венками дверей своего дома, но веди такую жизнь, чтобы получить на свою голову от руки Христовой венец правды. Ничего не должно делать напрасно, без цели. Павел заповедал делать все во славу Божию. Цитата. «Ащи уба ясте», говорит он, ну это славянский текст, «или пьете, все во славу Божию творите». 1 Коринфянам 10.31. Но как можно, скажите, есть и пить во славу Божию? А так, призови бедного участником твоей трапезы, сделай Христа, и таким образом ты ел и пил во славу Божию. И не только это делать во славу Божию, заповедал апостол, но и все прочее, как-то выходить на улицу и оставаться дома. То и другое должно быть для Бога. А как возможно, чтобы то и другое было для Бога, когда ты приходишь в церковь, когда участвуешь в молитве и окончании духовном, и духовном поучении, то тогда выход из дома бывает во славу Божию. Если в церковь идешь, вот тогда во славу Божию. Здесь имеется в виду. И каким образом? Когда ты слышишь, что шум, бесчинье, дьявольского торжества, прочие и порочные и распутные люди наполнили площадь, останься дома. Удались от этого шума, и ты останешься дома во славу Божию. Так оставаться дома и выходить из дома можно для Бога. Так можно во славу Божию и хвалить, и обличать. Как можно, скажешь, хвалить кого-нибудь или укорять во славу Божию? Можно и порицать во славу Божию. А как? Мы часто досадуем на слуг наших. Ну, имеется в то время, слуги были. Каким же образом можно порицать их для Бога? Если ты видишь, что слуга или друг, или кто другой из ближних к тебе пьянствует, крадет, ходит на зрелище, ну это ближний твой имеется в виду. Я вот так вот понял. Вразуми, исправь его, и все это ты сделаешь для Бога. Если же увидишь, что он виновен против тебя, не родив в услужении тебе, то прости его. И ты простишь для Бога. А ныне многие поступают напротив, и с друзьями, и со слугами своими. А как поступают? Это очень часто. Когда кто согрешит против них самих, то есть против человека, тогда они делаются жестокими и неумолимыми судьями. А когда кто оскорбляет Бога и губит свою душу, то они не обращают на это никакого внимания. Еще можно и приобрести друзей для Бога. А как? Нужно и приобрести врагов как-то. Накорми врага, ты его приобретаешь для Бога. Хотя бы в это время он никого не убивает, не режет и прочее. Это золотоусы. Много. Я просто сделал как бы выборку основного. И также для Бога приводится пример. Конечно, это было совершено убийство для Бога. И что же, скажи мне, тяжелее убийства? Ну что может быть, это в Новом Завете. А я говорю вам, Христос сказал, и не убий, и прочее, и прочее. Накорми врагов. Если ты накормить врага должен, то как ты можешь его убить, если ты его накормил? Это может быть, я вот жил с татарами, у них там, вот ты в доме, они тебя накормят, а за ворота вышел, могут нож в бок. И все, только за калитку вышел. Я не говорю, что это мусульмане, нет, но это был у нас, ну, татары жили, это национальности люди такие, это Ульяновская область. Вот, а кто же это сделал?
был такой Финиес, взял меч и, застав двух блудодействующих в самом действии греха, пронзил обоих и тем отклонил гнев Божий от исполнения мщения. Числа 25 глава. То есть он остановил этим убийством мщение, ну, кровная месть, знаете, что такое. То есть им бы мстили, вырезали бы их там родственников и прочее по еврейскому закону, око за око, зуб за зуб. Понимаете? А здесь он этим остановил. Но Христос нам сказал, что убивать нельзя. И мы должны всяческими путями этому противостоять. Вот у нас на работе, я это к жизни опускаю все, один человек работает, и у него сын погиб, я уже рассказывал, юрист. И вот сейчас у него такое настроение, понимаешь, говорит, вот я в таком состоянии, говорит, что если бы не жена моя, он, ну, он любит жену, как он говорит, ну, неверующий человек, у него своя вера. Я бы, говорит, уехал на Украину, у меня жажда крови. Этих убийц я, говорит, не могу найти, которые его сына убили. Мне хотя бы, говорит, там выпустить пар. Понимаете, сколько в человеке накопилось. А так, добрейшую душу он последнее дает вот на работе. Что у него не используется, он все отдаст. Вот простой, как, ну, вот как мясорубка, там проще не бывает ничего, понимаете? А и все отдаст. Вот такой человек, и столько в нем накопилось. Вот этого. А все почему? Потому что потерял самое дорогое. Он говорит, я ходил в детский дом, смотрел вроде бы, ну взять, нет. Ну, видать, сроки уже прошли, он уже ему 50 лет, может быть, и жене столько же. То есть уже родить ребенка они не могут. Душа требует, ребенка нету. И осталось в сердце только возмездие у человека. И я говорю, это очень страшно, что в тебе вот это, ты как бы, ну это копишь в себе. Он копит постоянно, он постоянно теребит душу вот этим, тем, что его сын, ну так вроде бы имея все будущее, деньги, дом, как в песне было, деньги, дом, Чикаго, много женщин и машин. То есть все он имел. И в итоге жизнь закончил. То есть пепел, даже хоронить нечего было. Ну, сожгли в машине. Вот. Поэтому надо наблюдать там друг за другом. Потому что вот эти праздники, наблюдающиеся, это такое отступление, может оно спонтанное и прочее, они как бы исподволь подступают к человеку. То есть потихоньку, ну все же так. Даже был такой момент, что да, пересмотреть календарь. Старый упразднить и всем перейти на новый. То есть праздновать Рождество вместе с католиками, оно до Нового года, потом Новый год, пожалуйста. По-видимому, и в этом промысел Божий, чтобы мы жили по старому календарю, чтобы у нас не совпадали. Я говорю, Новый год церковный в сентябре, вот на работе, говорю, благодатное время, все поспело, ешь, не хочу помидоры, огурцы, все, что хочешь. Чего бы не празднуете вы в сентябре-то, а зимой вот там обмороженные всякие. И я сам был таким, ходил на горки, эти руки, ноги ломали, потом шли там травматологии все заполнены. Остановить своих ближних в этом, даже родственников неверующих. А как? Да поможет Господь. Да поможет только Господь и вера в то, что мы имеем такую веру сильную, что можем горы переставлять, горы греха. Гору физическую, ее легко переставить. Сейчас направленный взрыв, и она переместилась с одного места на другое. Это запросто. А вот гору греха, которая, ну, в людях бывает, это очень сложно. И ведь Господь, вот мы сегодня, только вера нужна. Только вера. И дочь исцелил, и женщина исцелилась. Не лекарство. Он не сказал, да, у меня такая сила, что вот я раз, исцелились. Нет, вера. Это не насилие над личностью. Вера – это не насилие над личностью. Человек сам по своему убеждению смотрит на то или на то. Вот краткий экскурс, он много сказал, но я тут прочитал коротко. Может быть, конечно, не все самое главное, но вот я читаю вроде и то интересно, и то интересно. Охота главное сказать вот это, что праздник, особенно Новый год. Я говорю, ну давайте хотя бы старый Новый год. Там вот на работе. Ну, меня вот это больше всего. Может быть, просто старое, что я помню, вот как они проходили эти новые годы, года. Это страшное дело. Потом и денег трата, и во рту. Там ужас, что, как табун коней ночевал. В общем, ну, страшное дело. Мне просто жалко тех людей, которые. Но сейчас, может быть,
это тоже промысел Божий. Интернет, телевидение, у каждого такие телевизоры, что он может хоть что посмотреть. И люди сидят дома, очень многие. То есть нету вот этих распутных компаний, там, ну может там молодежь где-то и собирается, я не знаю. Но все сидят дома, вот я в своей норке, мой брат в своей норке, там, мой сват в моей норке. Каждый сидят отдельно, хотя бы нету вот этих резни какой-то. И в деревнях, у нас-то тихо в деревне. Ну постреляли. Ни один сарай не сожгли, ничего этими ракетами. Бог хранит как-то, то есть, наверное, снегом этим, что ли он уберег. И там такая пальба идет, страж, стекла, тройное остекление и трясется, как бабахнет, мало не покажется. Такое впечатление, что Украина приблизилась к нам. Ну, вот так вот. Ну, простите, если что, не так. Ну, все, что мог и считал нужным. Но это только начало, я думаю. Спасибо, Христос, брат, за слова Иоанна Златоуста. Только я с самым началом выступления твоего несколько не соглашусь, брат. Ты меня прости. Здесь, в принципе, не было ни слова осуждения. Была констатация фактов. А выводы делать мы сами должны. Но ты уже сделал вывод. А вывод-то как раз сказал о том, что мы как вроде осуждаем, вот прочитав это. Мы, прочитав это, не осуждаем, а констатируем факт. И ты не прав в том плане, что мы вот за 1000 километров, мы его не знаем, и поэтому мы ничего не должны говорить. Мы должны говорить, и всегда должны говорить по сути. А по плодам их вы узнаете их. Вот плоды, вот эти нам и говорят о том, как действует человек, как должен был действовать по отношению того, как мы должны спасаться. Вот с этим я, так сказать, несколько не соглашусь. Брат вот хотел сказать слово. Ну, я как раз хотел к этому сказать тоже. Ну, о чем еще? Я могу другое что-то сказать. Ну, интересно. Брат тоже говорил где-то 19 минут, как и патриарх. Но брат мне до такой степени дорог вот словами. Он тут и Златоуста приводит, и о спасении говорит, и обо всем. Но! Я хочу объединить два доклада. Патриарха за 1000 километров, которого никто не знает. И знать бы его и не надо по такому докладу. Это я в сторону реплику делаю. И брат наш вот сказал, это, объединить эти два доклада, о чем они не сказали. А брат не знал, как закончить, и его тут сказали. Сестра, она это, адвокат у нас, и она говорит, а Бог там спасет, Бог спасет. Ага. Он уже спас ни одного, ад весь забит, спасет Бог. Если вы не будете двигаться, неправильно воспитывать детей ваших, всем потыкать, никого не обличать и самим оставаться на месте, на своих дрожжах, никакого спасения не ждите, Бог спасет. Ничего значит не делать, не двигаться, а проповеди никто не говорит. И все, только всех жалеют. Этот-то тоже там сидит, патриарх, которого мы не знаем, он тоже всех жалеет. Он адвокат первый. Почему он не говорит эти слова, которые тут говорят? Потому что он всех жалеет. Зайдите к любому епископу, к любому священнику. Да тише ты! Вот даже, вот Раиса Николаевна вернулась. Была там такой в общине, которая откололась от московской патриархии. Ну, казалось бы, там дрожь должна стоять духовная. Пошла сказать, чтобы в храме, когда идет литургия, не разговаривали громко. Ну, одну там предупредила другую, батюшка заметил. И что он сказал? Да пускай они что хотят делают, а то вообще никого не будет в храме. Это в духовной общине мощное такое, которое отделилось от московской патриархии. А что нам говорить вообще об этой московской патриархии? А что о греческой церкви говорить? И так далее, и тому подобное. Вот они бы на себя смотрели, если бы со стороны. Но запомните, почему они так сильно уперлись вот в нашу общину? Вот пришли, когда Тихонычу теребят душу. А может быть, вы хотите там семинаристам сказать? Вы сами неучи там все сидите, духовные, семинаристам, от патриарха посадить. И причем из мертвых вы еще восстали. И всех, вот они сидят там, эти мумии, и им начинать рассказывать. Но уже поздно, ничего нету, брат. Обличать надо в первую очередь, а не то, что там. Вы там судите, не судите, 1000 километров, 500 километров. Языкиль на это не смотрел. 1000 километров, 1 000 000 километров. Он сказал, а Господь говорит, нет, стоп. Давай-ка так сделаем, а то тебя не будут знать. Запиши-ка.
И пускай навеки вечные, через тысячелетия летит твое имя, что ты записал мои слова. И пускай тебя знают, кто ты есть такой. И все записали. То же самое Иеремия записали. И теперь Иеремия, мы знаем, он один восстал против всего. И Михей один восстал против всех. И что? Да, его гнали, его били, того распилили, этого распяли, того побили камнями. Никого не оставили. Всех, кто говорит правду, всех убивают, распинают и так далее. Всех, кто проповедует. Почему многие из вас сидят и никто не выходит на улицы, ни на проповеди, на самую мелкую проповедь не выйдет? Почему? Потому что вы все это знаете. Знаете, как это тяжело. Но вы знаете, потому что многие прошли. С братьями прошли, с Игнатием Тихоновичем ходили, прошли. А московская патриархия, греки и так далее, они не знали никогда этого. Они этим и все хвастаются. А мы византийцы, а мы через Византию узнали. А мы вот через Византию узнали, вот когда сидели на занятиях, доклад о Миланском эдикте слушали. Что там было? Как церковь развратил Константин Великий. Он хотел доброе сделать. Он хотел, чтобы христиан не убивали. Христиан перестали убивать. Церковь стала государственная, и вся обмерщила. То есть туда начали вливаться все, кому не лень. Я не знаю другого еще общества. Ну, это называется закрытое акционерное общество. Они там занимаются, естественно, воровством, которое не принимают к себе. Но об общественных организациях все к себе зазывают, все. Единственное, я знаю только общество, это вот наше. Община, которая к себе никого не зовет. Сейчас любого из вас спрошу, кого кто-нибудь звал сюда? Ну кто сюда звал прям? Приходи в нашу общину, ну приходи. Кто звал? Ну кто-то может быть и звал из вас, но это неправильно делали вы. Но я так думаю, что никто не звал, вот так впрямую. Как старообрядцы, они прям впрямую, не стесняясь. Переходи к нам, еретик. Там еретики все, к нам переходи, все. Они по-другому не могут закончить. Это Елисеев Елисей Елисеевич, начетчик старообрядческий, встал, там доклады делали, большая была аудитория в университете. Он встал, говорил, так много, так краснобайствовал, все потом. Раз, и как будто бы потерялся и такой, ну, а в конце я что вам хочу сказать? Это, ну, только у нас истина, вы переходите к нам. На всю аудиторию такое заявить. А там и сидят и другие конфессии, и все. Ты послушай, как они живо говорят, какие у них дела. Встают там пятидесятники. У нас от наркомании избавилось 150 человек. У нас семьи есть, все, фильмы сняты, поэтому они дают свое свидетельство, как они обратились ко Христу. Живая вера, мы там проповедуем, там ездим, в Чечню, туда-сюда. Сидишь только и думаешь, ну только бы... Истину, если бы не знал, сразу бы к пятидесятникам пошел. Потому что там труд. Там каждый член церкви знает, что это такое. Ну, ихней церкви, я имею в виду в кавычках. Им там все подготавливают, все рассказывают. У нас спроси кого-нибудь, ты член церкви? Член церкви, не член церкви. Воцерковленный и крещенный. Все, больше там никаких у нас понятий нету. Воцерковленный, это значит, один раз он где-то был в церкви, а может только слышал о ней. А крещеный, это его там помазали где-то или покропили водой. Все, вот это все называется спасение. Так и об этом патриарх никогда не скажет. Ни патриарх, ни его присные, ни митрополиты, никакие священники никогда. Брат говорил здесь много о грехе. Слово грех у патриарха не поминается. Вы понимаете, насколько у нас община выше, чем патриарха? И естественно, что и нам будет тяжелее. Почему? Как пророчествующая, ну вы все попадаете под это, просто под эту эгиду, пока в общине находитесь. Как пророчествующая еще община, мы что-то еще говорим где-то. Игнатий Тихонович громогласно трубит, и уже книгами, для чего и объезжали везде. И участники, и мы тоже этих событий были, вы не забывайте об этом. Не надо от этого отрекаться. Если вы хотите спасения души, может быть, только это будет ваш пропускной билет Царства Небесного, что вы не отречетесь. Потихоньку начал Господь подчищать нас. Ну, еще ничего не настало, еще ничего нету. Уже подчищает, уже начали уходить. Раньше молодежь ушла, я думал, слабоумие. Ну, что молодежь, ясно, не выдержали. Сейчас уходят сестры, которые уже десятилетия к нам ходили. Встают, уходят, и причем...
все одно и то же. Как у молод... Что говорит молод, что стар, одинаково. То есть сатана, он действует на душу одинаково. Лукавый проходит так через эти закоулки души, но по одним и тем же каналам. Все одно и то же. Спасибо, Христос, брат. И это еще не все. Я хочу сказать, братья и сестры, о том, что наши болящие, они присмотрены, но хочу передать привет от наших болящих Алексея Устинова и Людмилы Степановны. Они передали поклон вот, и благодарят за ваши святые молитвы. Еще у нас сегодня два события. Ну, оно как бы событие одно, но для двух людей, наших близких, родных братьев. Сегодня 35-летие у брата Виктора, а завтра 41 год у Вадима. Многое лет им пропоем и пожелаем. Но что пользы напрасно вечно желать, сказал поэт. Поэтому не желаем, а попросим у Бога, чтобы Господь им дал бодрственной жизни во Христе. Многое лето, 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 конечно. А кто Виктор-то? Виктор Петеримов. Один у нас. Господи, рад Петеримов, есть слово. Говори. Настя, расскажи, пожалуйста, как у вас там дела? Все переживают и молятся, продолжают молиться. Спасибо вам большое. Андрей устроился на работу, самое главное. Слава Христу. Слава Христу, ребят. Каждый день благодарю Господа, Андрей работает. Слава Христу. Первое. Второе. Переехали вот в этот дом. Ну, там у нас фактически стены, батареи, тепло. Ну, плацдарм огромный. Самое главное. Сухо. Тепло. Сухо. Светло, сухо, тепло. Но пока больших морозов на улице не было, 20 градусов держится. Как будет дальше, мы посмотрим. Печка хорошая, котел, сварщик делал котел, говорит, вот, видать, как хорошо, говорит, за тебя молились. Я говорю, всегда, говорит, сделаю, вот обязательно где-нибудь протечка капает. Ни одной протечки. Я говорю, даже сам удивился, это как это так? Сделал очень быстро, сделал хорошо и сделал еще с таким запасом, чтобы даже если выключит электричество, что у нас в садоводстве случается очень часто, она будет работать, печка будет циркулировать вода, греть. Все будет. Проверяли уже несколько раз, потому что свет выключали. Тепло. Слава Христу. Вода в доме, канализация в доме. Благоустроенная квартира. Аллилуйя. Слава Христу. Да, Татьяна Кузьминична. Спасибо. Унитаз поставили. Сейчас, у нас она в больнице сейчас лежит. У нас она вот да. В начале недели ее положили. Вот эту неделю она лежит. И следующую. Енафа на Дипосколь. Да, она вчера позвонила. Вчера Еня позвонила. Где у нее Россия? Поднялась Россия. Температура. Видать, мы пока ехали в больницу или в больнице, гнойная ангина у нее. То есть у нас дома никто не болеет, а тут гнойная ангина, ее положили в изолятор, она сейчас там лежит. Сейчас среда нельзя. Нет. Ну, я еще тогда продолжу немножко. Громче. Продолжу еще немного. Мы... Это Суса, это шлемхаки. Наши проведали гулящих. И... Вышел и Алексей, и Людмила вышла. И у нас разговор был интересный такой. Я хотела немножко вам сказать о нем. Людмиле должны были операцию делать. И она сидит и слышит там крик такой, кричит женщина. Так сильно кричит она.
Она так напугалась, она говорит, ой, я не пойду, не пойду я. И говорит, уже прямо собралась уходить и не буду делать. Вдруг слышит голос, что женщина как бы вот кричит, всем своим сердцем возвала и говорит, Господи, спаси меня. И Люда сидит здесь и, ой, так она верующая, давай молиться. Помолилась. Потом, а сама побежала, там еще одну женщину, это, и говорит сестре, да что же это так, ну, вы меня умертвить хотели, вначале она кричала, вы меня умертвить хотели, я умираю. Потом вот возвала, Господи, спаси меня. Вот, она, эта нянечка там или кто, сестра, она говорит, да она ничего не слышит, ей же делают обезболивающее, она говорит, вообще ничего не слышит и не это, ничего боли ты... это не чувствует. Не должна чувствовать. Вот, она пошла еще к одной женщине, перед, вот еще сидит, ждет, а, это, сделали одной. Она к ней говорит, как? Она говорит, я ничего не слышала, меня усыпили, я вообще ничего не слышала. Все. А потом... Не чувствовала. Не чувствовала, вернее сказать, не чувствовала. И она вот поняла, Люда, что это душа ее кричала, она слышала, понимаете? А потому что когда она очнулась потом... А врач и вот, ну, кто операцию не принимали, говорит, ну и певунья какая, пела. Вот ее усыпили, она ничего не чувствует, а она пела, оказывается. А Люда слышала, как она кричала, взывала ко Господу. Понимаете как? Вот, ну, надо нам ничего задуматься. Мы все сейчас, вот и старенькие, уже как бы уже это самое, молиться надо. Как ничего надо нам молиться друг за друга? Все время, кто всегда. Кто на ком стоял? Это вот такой момент. Они там благовествуют. И Алексей благовествует. Вот его сразу с бородой. Вот у тебя борода. Как там мужчины сразу это, на это обращают внимание. Да. И еще у нас один попал человек тоже в больницу. Мы его не знаем. Все, ну вот Игнатию Тихоновичу позвонила Марина Кумчиди и сказала, что говорит, здесь вот человек, у него мама верующая, а он сам вроде никакой так. Ну, отнесите ему Евангелие. Вот Игнатий Тихонович позвонил, я говорю, ой, завтра поедем там, и потом сижу, думаю, Евангелие же надо. Да надо срочно человеку прямо сразу, не откладывай на завтра. Ну и все, поехала. Приехала, зашла, никого нет в приемном покое. Стояла, никого нет. Давай в коридор выглядывать, ни одной души нету. Никого, постояла, нет. Смотрю, ой, палата прямо напротив, вторая, он во второй палате. Заглянула, он спит, лежит на коечке. Я так постучала в окошечко. Он выглянул в дверь, а это он лежит в инфекционном отделении. Заходить туда нельзя, в общем-то. Он выглянул. Я передала журналы, душа ему взяла, это Евангелие. Он говорит, это не мне. Я говорю, да вам. Да нет, не мне, некому передавать-то. Я говорю, да это... А написала ему там, что читайте Евангелие, ваши друзья. Ну и все, говорю, вам Марина передала Кумчуди. Он сразу так разулыбался, такой довольный, такой счастливый. Если хочет, то, пожалуйста, можете посетить. Вторая палата, инфекционное отделение. 5-й горбольница. На горе. На ВРТП, горбольница. Да, ВРТП. 5-й горбольница, ВРТП. Ну вот такие у нас. Ну и фамилия. И всем поклон от наших, конечно, болеющих. Вот Виктор Андреевич за них, все время их проведует и... Фамилию не сказали. Какую фамилию? Семейкин. Семейкин Александр. Александр Константинович. Еще у кого есть какие? Игнатий Ильич, у вас слово. На занятия. Оставайтесь на занятия, если хотите услышать слово. Да, Сергей Павлович? У меня мысль такая возникла, вот две сестры Галины ушли и в обвинение поставили нам, что у нас нет епископа. А сейчас прочитали речь епископа. И вот мысль, когда вот это вот составишь одно с другим, понимаете о чем, да? Ну, как Господь делает, у них епископ есть, который не знает Христа, а у нас нет епископа и... Мы такие плоды приносим. Якобы нет. И якобы нет. Как-то вот. Ну, ушли они туда, где у них есть епископ. Епископ,
Но если слепой ведет слепого, они оба ли упадут в яму? А ты про какого епископа, брат, имеешь? Ну, патриарх, он же тоже епископ самый. Епископ над епископом, надзиратель-то. Ну, а что уж говорить уж. Еще кого есть мысли, рассуждения, просьбы, пожелания? Что про ювенальную юстицию? Про ювенальную юстицию. А что ювенальная? Вот спрашивают, про что про ювенальную юстицию? Ну что ювенальная юстиция? Пока она еще не введена в действие, но ростки уже дает в нашем обществе. Поэтому чего тут? Надо молиться и воспитывать детей так, чтобы они не настучали и никому не обратились, чтобы они не пошли. А то у нас санитарка. А значит, в детский сад ходит ребенок. Она пожаловалась на маму. Ну хорошо, пока еще нет вот этих надзирателей. Но об этом сказали ей, вот маме сказали воспитатели в детском садике, что вот у вас там такое. Сегодня как раз брат говорил проповедь о том, как мы, христиане, должны воспитывать детей. Мы должны их воспитывать так, чтобы потом прийти в конечном итоге, в день судный, день страшный, и сказать пред Господом, вот я и мои дети. Это самая наша главная цель. И у людей, которые имеют детей. Трудно довести этих детей до Царства Небесного. Оказывается, трудно и духовных детей тоже. Сколько духовных детей у отца нашего духовного ушло уже? Ушло просто в мир. Многие. Многие ищут другие места спасения. Дай Бог, чтобы они спасли. Да. Вот сейчас идет война у нас на границе. Я хотел немного о войне сказать. Истерия нагнетается в средствах массовой информации. Но я знаю, что многие из нас и телевизор смотрят, и газеты читают. Ну и вообще беседы все. И все идут беседы об одном. Кто победит, кто правильно, кто неправильно. Американцы, у них своя политика. Им надо сохранить свое богатство. У русских у нас, то есть, своя политика, надо власть там наверху сохранять, потому что у нас вообще ничего нету практически. Там на Донбассе там патриоты выступили, Донецка, Луганска. Украинцы, у них свои патриотические чувства. У белорусов свои патриотические, у немцев, естественно, свои гитлеровские чувства. Ну, то есть, и все вот крутятся вокруг друг друга, обзывают сепаратистами, фашистами, там, неонацистами. Ну, в общем, истерия нагнетается очень сильно. И, ну и, конечно, слово патриотизм совсем другими гранями заблистало сейчас. И одна из этих граней явно красного цвета, цвета крови мучеников, тех, кто не поддастся нагнетанию этой истерии. Ну, это я говорю про истинных христиан. Потому что здесь братья... Нужно быть только за Христа, а не за кого-то. Да, по-человечески ты можешь хорошо относиться к тем или к этим, но это свое человеческое чувство, как бы оно ни обратилось в бесовское, в нечеловеческое. А вот как христианское чувство оставить, как молиться о тех и о других, как раз вот в этом докладе патриарха этого слова и не прозвучало. Не только о грехе еще нужно, но и об исповеди нужно было молиться. Нужно каяться в этом грехе. Даже узнали, что есть грех. И это понятный какой грех. Россия, она будет за свое отвечать. Слишком много было учением коммунистическим крови рассеяно. Да, они теорию несли, не всегда практику. Но эта теория теперь возросла. Зюганов там, начиная от Ленина и кончая Зюгановым, все... Лидеры коммунизма могут гордиться этим. Вся кровь, которая сейчас льется в Африке, это их плоды. Они там теорию сильную засеяли. Немножко практики показали в Анголе, там в Эфиопии. Сейчас началось везде это распространение. На Ближнем Востоке воссияло все это. Сколько оружия продается? Путин, последнее выступление было, он поблагодарил это Министерство обороны, промышленность, и заверил, что еще будет продано на 50 миллиардов долларов в этом году вооружения нашей страной.
все на нас пойдет. Вооружение, оно стреляет все и взрывается очень сильно осколками, которые сейчас показывают, как в Донбассе там убитые. Американцы свое продают. И а кто кается будет? Сейчас говорят, вот как приходит оружие в Сирию, как попадает в Ливан. Там все везде все знают. И только из огромных вот этих стран, таких как Германия, меньше всего, кстати, из Германии они себе копят, Франция, советские, ну это Россия и США, это на первом месте идут. Кого они вооружают? 1,3 миллиардную Индию вооружают. Сейчас передают вертолетную технологию, будут у них там новейшие вертолеты, которые обладают неимоверными результатами насчет где-то взорвать или убить или еще и так далее. Все, разговор идет только об одном: как все будут друг друга истреблять. И везде, куда ни посмотри, везде священнослужители, я так этому веду, везде благословляют свои национальные войска. И то же самое делает у нас Русская Православная Церковь. Старообрядцев я не видел еще, чтобы они благословляли. Возможно, они благословляют так. Но чтоб так громогласно благословлять. У нас здесь русские. Ну там у них свои пастыри выступают. Есть у них там пацифистские даже. У нас этого ничего не слышно. Я про Америку говорю. У них пацифистские есть, ну, настроены против войны. Вот там где-то Вьетнам или так далее. Это все они, эти такие пастыри были. Как вот Кинг этот, он же смог, этот негр, мирной демонстрацией расизм победить в Америке практически. Ну, не победить, во всяком случае, затих он сильно. Мирно, то есть негры выступали, но не было ни погромов, ничего, как-то старались. Это все на религиозных чувствах было сделано. Но у нас в России это не принято, это считается ханжество, это ты попадаешь сразу в разряд фарисеев, врагов, вообще всего человечества. То есть, допустим, позицию, которую нам показывают пророки, Христос, какую имел, она будет нам только вредить всегда. Чтобы поставить Россию на свое место сейчас в этом ряду, сказать, что и Россия виновата, и ей каяться надо. Вот так только выступить, и все, ты уже попадаешь в разряд врагов России. То есть ты проамериканец, ты там скажешь американцам это, ты попадаешь в разряд, значит, врагов Америки. Ну, то есть против нас весь мир, если мы будем выступать так, как говорит нам Слово Божие. То есть молиться надо о покаянии и тех, и других, и третьих, и десятых. Всех, кто выступает за конфликты, всех, кто говорит, что нужно до конца идти, восстанавливать там границы свои там, или еще что. Границы, они безграничны в плане безумия человеческого. Пока будет оружие, будут воевать. Поэтому я хотел бы нас всех настроить на такой христианский лад, евангельский, что нельзя ни на чью сторону становиться, ни на сторону русских, ни на сторону фашистов, ни на сторону белогвардейцев. Каждый получил свое из всех из них, или получит еще. И вот эта сильная Россия, которую вещает Путин, она ведет только к уничтожению, только к пепелищу, где будут черепа, и то, что нам говорит книга Откровения, то, что нам говорят пророки о сухих костях, поле полное, как перед воскресением. Вот к этому все ведется. Поэтому помоги, Господи, вам, когда будете молиться, чтобы все это помнить. И когда будет самое страшное, это когда будут убиты ваши родственники где-то и так далее, чтобы, не дай Бог, не сказать: Господи, накажи там тех, кто убил их. Вот. Нет. Башня Силамская, она упала не просто так. Но тех, кого она задавила, 18 человек, они были не грешнее, чем весь Иерусалим. Да, брат Владимир. Сейчас вот брат Игорь говорил о мученичестве, о войне. У меня мысль такая пришла сразу.
я вспомнил одно стихотворение, вот для того, чтобы перенести все в этой жизни, все болезни, вот эти страдания, особенно если когда начнется война, гонение будет, именно как христианина тебя будет побуждать к войне, может, к какой-то ненависти. Все это помогает любовь. Любовь именно к самому Богу, Творцу неба и земли. Как написано, Господь нам дал заповедь, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой и всей крепостью своей. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот есть такое стихотворение, она как бы все в себя вмещает, что есть такое любовь. Многие говорят о любви, но понятие такое растяжимое, не сразу поймешь. Вот есть, ее побивали камнями во прах, ее на кресте распинали, гноили в темницах и жгли на кострах, и львам на сиденье давали. Но в тайной щели, как луч золотой, как воздух, она проникала. Ей дано великое имя любовь, она ко Христу нас призвала. То пошлость, то глупость, людская стеной, повсюду ей путь преграждала. Но в тайные щели, как луч золотой, как воздух она проникала. Из мрака неволи и пепла костров сильна и прекрасно вставала. И путь на Голгофу во мраке мирском людьми озаряла. Нет, это я немножко спутал. И путь на Голгофу во мраке мирском она при людьми озаряла. Вот, сбился. Простите меня, Алиса. Такое стихотворение, оно очень такое поучительное, и в этом как раз смысл весь именно любви, что все эти страдания, гонения, лишения, молитвы, там в этом стихотворении, что в чистых сердцах она молилась за весь мир, вот в этом все заключается, что есть что такое, есть любовь. То есть с любовью ты все перенесешь, с любовью именно к Богу и к ближнему своему. Будешь живым свидетелем Слова Христова, Евангелия. Все, аминь, меня на этом. Спасибо, Христос, брат. У кого есть еще слово? Еще. Да? Сергей Павлович. Тоже случай у меня такой был. Я включил в такси, вез клиентку одну, включил Евангелие. А никто как бы не спрашивал никогда. У меня то духовное песнопение, то Евангелие. А тут женщина одна заинтересовалась. А на какой волне? Она подумала, что по радио передают, тогда я тихо начитываю. Я говорю, да это не на волне, это у меня, говорю, диск. Ну, говорю, это можно в интернете, говорю, взять, скачать и слушать. Ну, и она замолчала. А мне-то интересно, что же она спрашивала-то? Я говорю, а почему вы спросили? Она говорит, да я вот всю жизнь вроде как это, и недавно вот начала читать Библию. Недавно приняла крещение. А я спрашиваю, а где вы крестились? Она говорит, ну вот в храме на Балтийской. Вот, я говорю, полным погружением? Она говорит, да, полным погружением, меня отдельно от всех крестили, я 2000 заплатила, чтобы меня ни с кем не с толпой. Я так думаю, ну, Господи, вот помилуй, что мы так вот ратовали, что в одну точку били, что вот должна быть полное троекратное погружение, что должна быть катехизация, что это должно быть бесплатно. И как вот на этом, вот, как вот знаете, вот как удар ниже пояса, вот эти вот 2000 она этим кичится, а потом она спрашивает, а как же, говорит, люди, которые не могут заплатить? Я говорю, да вы вообще не такой вопрос даже ставить не должны, могут или не могут, они не должны брать деньги, говорю, это, говорю, бандиты в рясах, говорю, сколько и патриарх об этом говорил, чтобы не брали деньги за требы, и каноны церковные запрещают. Брать это грех, это симония, это все сказано. И так вот у меня душа воскорбела, что такое у женщины понимание, что она не пожалела 2000 для того, чтобы душу спасти. И вот и правильное по канонам, казалось бы, крещение приняла, однако вот это вот... 2000 как удар под дых какой-то, вот какая-то подлость, вот эта поповская. Покайтесь, попы. Что же вы делаете? Еще у кого есть надежда? Ну, говори. Я вот разговариваю про Настю, как бы я мониторю всю эту ситуацию. Она, конечно, так все радужно рассказала. Чего?
про Настю. Монитор еще. Наблюдаю за ним все время, то есть держу под контроль. Наконец-то. Это радужно. Это то есть вот они в большом сейчас помещении, но работы еще очень-очень много. Можно поздравить их с новосельем, с переездом уже. Я как бы узнаю, а как у них там теперь внутреннее устройство, вот все. Оказывается, Настя спит на куске пенопласта, кровати у них нет, одна только кровать для двоих детей. Толком ничего не обустроен. Стол, который там был единственный, но он весь от грибка, вы же помните, сколько у них там влажность была, вот это бежало по стене. Он просто развалился, разбух, и у них нет элементарно стола у детей учить уроки. Как они учат, это непонятно. Они, у них единственный маленький обеденный стол, на нем пищу готовят, на нем обедают, на нем же уроки делают. Как там это все, тетрадки, вот это все, я вообще не понимаю. У меня два ученика, у нее четыре, как это все перелопатить? Вот это все, где у них это все хранится, и как они это, не знаю. Ну и вот как бы у меня возникла идея вот к им, к этому новоселью. Я вот уже поискала, посоветовалась, им стол в Икее купить стол. Я как бы оплачу доставку оттуда, отвезу им до поселка, соберут они сами. Из массива сосны, то есть ни ламинат, ни МДФ. Он может собрать, но у них сейчас первое, он сейчас зарабатывает на утеплитель. Он сейчас дома не бывает. Он может это сделать, но это надо купить материал, когда он это сделает. Он сейчас, если купит, он будет делать кроватью, им спать не на чем. У них нет кухни, ничего. Вот, ну, как гарнитур, не гарнитур, ну, где готовить, где кастрюли хранить, чтобы не на полу все стояло-то. Он будет это делать, потом это. До столов у них точно дойдет очередь через год, через два. Пусть он кровати хоть сделает, хоть к лету, если это будет хорошо. У них Рося отличница, ученица, вот. Не во всех семьях есть отличники. Я вот как бы посчитала, что вот даже при наличии нас сейчас здесь, если мы сдадим буквально там около 100 рублей, то этот стол я на этой неделе уже закажу. Стулья там к столу есть? Стулья, не знаю, но вот для меня... Хотя бы один стул. Стол и ученики, я это все понимаю. Вот такой стол, вот минимум, видите, ни ящичек, ни дверок. То есть самый вот простой, но он деревянный, это сосна, это не лакировка никакая. И вот такая сумма. Сейчас только об этом говорили, послушаю. Вот мешочек, там нету ничего. Сейчас им нужно делать перегородки. Он сейчас будет утеплять дом, пол холодный. Я говорю, Настя на пенопласте спит. У Андрея сейчас работы. Во! Когда он на стол будет делать? Вообще не понимаю. Он сейчас сказал, что заработают, они все деньги потратят на утеплитель. Им надо и полы, и все утеплять. Вот, поэтому можно и брать сестры. Может быть, у кого-то есть хорошие вещи, только хорошие. Хлам не надо. Хлам... Почему? Те же кровать хорошая. Но это не вещь, это мебель. Да. Ну, я имею в виду, может быть, ковер у кого-то есть хороший. Шкафы какие-то навесные, но хорошие. Потому что хлам, там хлама всегда полно. Да, у меня такие... Это не надо. Шкафы были и столы. Давайте не знала, соберем то, что знали, может, и подумаем, как помочь перевод. Еще вещами. Нет, надо. Нет. Все? Все? Еще все, есть какие-то объявления? Благодарим Бога. Достойная всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, благодарим Тебя за великие милости Твои к нам, за это общение с братьями и сестрами, за взаимную помощь друг другу, за любовь, Господи. Преизобильно соделай плоды этой любви взаимной братской для каждого из нас. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Спаси Христос. Слава Божьему, трапеза. Трапеза сейчас. Да. Вещи, оставайтесь. И занятия. Я тебе еще послушаю. Оля.